друзья, всем привет. Вот просто огромное возмущение сейчас испытываю по поводу публикаций ряда так называемых военных блогеров и патриотических каналов, которые пишут, что наши военные остались на островах и сейчас находятся в критическом состоянии, чуть ли там не на деревья залезли, лодок нет, эвакуироваться не могут. Это все фейк и бред. Я не понимаю, почему к тем, кто разгоняет откровенную дезинформацию, до сих пор не пришел товарищ майор. До этого они разгоняли бои постановочные в Белгородской области, проводили эвакуацию Крыма, публикуют ряд фейков на постоянной основе, и все это им ходит с рук. Все эти фейки подхватывают украинские телеграм-каналы и разгоняют зраду по трубам. Ребята, доверяйте проверенной информации только. Связался с нашими ребятами, с островов вышли все, в 3 часа ночи уже никого не было, потерь никаких нет. Поэтому вся информация, публикуемая в этом ключе, это наглая ложь. Поэтому доверяйте только проверенным источникам информации. Видите этих дебилов, блин, которые публикуют вот эти фейки в интересах Украины, просто плюйте им в спину и отписывайтесь.